Продолжаем выпуск. В день весны и труда в Нальчике ограничат автомобильное движение, сообщает сегодня пресс-служба Госкомсми. 1 мая в столице запланированы праздничный митинг и шествие. С 8 утра до 9 вечера запрет будет действовать по проспекту Шагинцукова от улиц Балкарской до Торчокова. С 8 до 11 дорогу перекроют по Ленина от Толстого до Ногмова, а с 10 до 14 от Карашаева до Кулиева. Причем коснется это и общественного транспорта. На время шествия заблокируют и все пересекающие проспект Ленина улицы от Толстого до Кулиева. С 11 до окончания праздничных мероприятий нельзя будет проехать по Мальбахово от Богдана Хмельницкого до Тырнаусской. В то же время в ГИБДД говорят о том, что дороги с односторонним движением временно перейдут на двустороннее.